С 1 июля на городских и пригородных автобусах Уфы, затем Стерлитамака и Салавата, а после и во всех крупных городах республики можно оплатить проезд картой, в том числе и у частных перевозчиков. «Алга» — единая транспортная карта Башкортостана. Приобрести ее можно будет в киосках, отделениях банков и магазинах у дома. Пополнить онлайн. Приложил карту и «Алга». Оплата картой быстрее, а проезд дешевле, чем за наличный расчет. Выгодно покупать ее на длительный срок. Льготы сохраняются. Карта «Алга» — это скорость, удобство и экономия.